Всем привет, с вами народный строитель Андрюха. И сегодня я хотел бы ответить на такой небольшой вопрос, который очень часто мне задавали. Дело в том, что спрашивают, как быстро можно устанавливать крышу на дом монолитный из опилкобетона. Я хочу ответить на этот вопрос в виде видеоответа. Ветер начался, да? Что там, запись идет? Да. Я хорошо смотрюсь? Да, крышу видно. И дом видно, и крыша. Ну вот, в общем, я заливал дом, то есть процесс заливки идет все равно постепенно, то есть и первые венцы, они все равно быстрее просыхают, как бы, но верх остается все равно сыроватым. Ну, в общем, время примерно, у меня проходило примерно 2 недели до того момента, когда я начал выставлять стропилы. То есть пока я подниму на второй этаж обвязку, вот брус, пока накидаю туда стропилы, вот эти вот все доски необходимые, материал, вот там отдохну маленько, и у меня получается, в общем, разрыв между тем, когда я заканчивал заливать стены и начинал устанавливать саму крышу, получался примерно 2 недели. Вот, но еще скажу такую вещь, с последних рядов, вот 2-3 ряда, сколько вот опалубка есть, как бы, ее можно не убирать, когда крышу устанавливаешь, то есть чтобы, ну, где-то угол не отвалился, как бы, край стены, чтобы не обкрошился, то есть ее можно просто не убирать и смело монтировать крышу. Вот. Я сначала смонтировал крышу на основном доме, то есть, и потом уже на пристрое, то есть ничего у меня нигде не обкрошилось, не облупилось, то есть все встало четко. То есть 2 недели разрыва, я думаю, что вполне достаточно. Вот. И все, и можете устанавливать крышу. Ну все, с вами был народный строитель Андрюха. Устанавливайте крышу на своем доме с удовольствием.